Начнем с того, что согласно действующему законодательству, которое они хотят изменить, на ледниках вообще нельзя вести производство, тем более влияющее на таяние ледников. И если сегодня правительство говорит, что уже там 80% выработано ледника, значит, те лица, которые давали разрешение правительству, или которые видели и бездействовали, они должны нести уголовную ответственность в отношении того, что происходит там. Но, к великому сожалению, никто не привлечен к ответственности. И вот вдруг они, наверное, сообразили, что рано или поздно придется отвечать, и решили свои действия узаконить. То есть на оставшиеся ледники решили узаконить, чтобы дать разрешение на уничтожение ледников. Если рассматривать ледник о том, что она является достоянием не Кыргызстана, а достоянием вообще просто человечества, потому что это делает природный круговорот, то вот этот законопроект, который разрешает уничтожение ледника, она противоречит всем международным нормам и правилам. Вполне могут возникнуть Узбекская республика и другие страны, сказать, что вы делаете, это же источником воды, если вы являетесь, то пользуемся мы, вы же уничтожаете его. Вот. Это первое главное. Второе, у них аргумент такой, что если он не будет взрывать, то под землей остается около 200 тонн золота, что они останутся, как говорится, под землей. Ну, сделали это до сих пор без исправления закона. Продолжайте делать. Но у нас оставался Кыргызстан и козырь о том, что Центера, раньше Камека, Центера беззаконно нарушал, как говорится, наш закон. И мы имели определенную защиту на международных арбитражах в случае того, что если они уйдут, рано или поздно закончится выработка золота, и они уйдут. Отвалы пустых пород, которые они просто высыпали на ледники, и сейчас происходит таяние ледников, которые образуют, тая они образуют глетчеры, она двигается в сторону котла, в сторону там, где социально-бытовые объекты и так далее, и которые будут иметь катастрофические последствия, оставляемые потомкам. Они могут ни одного таина не оставить и уйти. А кто будет нести потом? Рекультивацию делать, мониторинг вести, прослеживать того, чтобы Петровка озера не пробилось, чтобы хвостохранилище не разорвалось, и как под землетрясение что-то не случилось. Никто. Мы их не можем даже привлечь к ответственности, призвать, если они уйдут, они скажут, извините, вы же приняли закон, разрешили нам. То есть и мы последнюю возможность, их, если они хлопнут дверь и уйдут, мы лишаемся.